Здравствуйте, дорогие друзья и любимые подписчики. Вы на канале Турецкие байки, меня зовут Оля. Сегодня мы пойдем в магазин. Сегодня словарная тема, поэтому достаем свои тетрадки-словарки и будем на паузе за мной все выписывать, как в Турции сходить в магазин. Фразы, слова, все, чтобы вам легко и просто было купить все, что угодно в продуктовом магазине. Я уже записывала 2 видео на тему продуктов, это травы и специи в Турции, оставлю подсказочку. И второе видео это фрукты и овощи, поэтому в этом видео мы повторяться не будем. Если что, смотрите все слова на те темы в данных видео. Данное видео будет построено так. Сначала я вам зачитаю, покажу все фразы, объясню, как их использовать. А после мой муж, носитель турецкого языка, еще раз их проговорит. Проговорит медленно, чтобы вы за ним повторяли и еще раз их усвоили. Я уверена, что к тому моменту, как он их будет с вами повторять, многие из фраз вы уже выучите и будете знать. Поехали! Итак, фразы и слова на турецком для похода в магазин. Собственно, магазины какие бывают? О чем мы будем говорить? Бакал. Продуктовый магазин. Дюкан. Или маркет. Это просто магазин или маркет по-нашему. Фырын. Булочная. Актар дюкана. Магазин специй. В каждом магазине имеется гириш, вход и чекиш. Выход. Собственно, если вы как турки будете ломиться в чекиш, выход вам никто ничего не скажет. Это неудивительно, и многие так делают. Но лучше старайтесь входить в гириш, вход. Иногда можно увидеть такие надписи «Аджиль чекиш КПС». Это значит «запасной выход». И вторая надпись «Мальземе оймаин». Это значит «не заграждайте выход». Ну а дословно «не нагромождайте, не ставьте ничего». Чтобы узнать на улице магазин, где находится, нужно спросить «нерде», «нерде», «где» и называйте, что вы, собственно, ищете. Вы можете искать вот такие магазины, самые распространенные сети магазинов в Турции. «Аюзбир», «А101», так и называется «Аюзбир». «Карфур», французская марка, вот посередине вы видите, тоже сети супермаркетов. «Мигрос». Достаточно дорогой, но наши очень его обожают, особенно туристы. Следующий – БИМ. Тоже можете видеть в любом городе. ШОК. ШОК, он прохож очень сильно на Аюзбир, и в нем достаточно приличные цены, хорошие имеется в виду. ХАКМАР. Имеется не в каждом городе Турции, но если увидите ХАКМАР, непременно загляните. Очень хороший магазин. Мне в Измите очень нравился. Итак, на улице спрашиваем «Нерде Аюзбир», «Нерде Карфур». И по жестам, собственно, понимаем, где он, потому что турки будут вам объяснять влево-право, если у вас не тот уровень турецкого, то вы не поймете. По жестам, по глазам. В магазине, если вы пришли в большой супермаркет, то вам «Хошгель Денис, добро пожаловать», скорее всего, скажут на кассе. А если вы зашли в маленькую булочную или просто в маленький магазинчик, то вам сходу это скажут. На что нужно ответить «хош булдук»? Это ответ на «добро пожаловать». Это имеется в виду, что мы находим это приятным, что мы пришли. Также вы можете там попросить «араба», «тележка» и «сепет», «корзина». В маленьком магазинчике вас могут спросить «ярдемджи олабилирмиим», «могу ли я вам помочь?» На что вы ответите или просто «тешекюридерим»? В Турции «спасибо тешекюридерим» может обозначать отказ. Можете добавить «йок тешекюридерим». Можно сказать «тешекюридерим садыджи бакиорум». Нет, я просто смотрю «спасибо». И пожелать работнику, который хочет вам помочь, легкой работы. «Колай гельсен». Тогда они от вас отстанут и займутся своими делами, а вы будете смотреть просто. Но иногда в больших супермаркетах очень сложно что-то найти. Тогда нужно позвать работника. Его вы зовете таким способом. «Бакар мысенес, можно вас?» «Ярдем эдер мысенес, можете ли вы мне помочь?» И если вы что-то не можете выбрать, скажите «сечемиорум», «не могу выбрать». И 2 основные фразы. «Вармы йокму», «если что-то», например, «доматес вармы»,
Тавук йокму. Доматы с помидорами есть ли? Тавук курица йокму нету ли? Какие вам могут дать ответы? Эвет вар. Да, есть. Хаир йок. Нету. Малисеф. Имеется в виду нет, к сожалению, нету. Еще вы можете заблудиться и можете спросить, где я могу найти. Нерде булурум. Например, юмурта нерде булурум. Где я могу найти яйца? Сют нерде булурум. Где я могу найти молоко? Если вы ходите по большому магазину и не можете ничего найти. Очень помогает фраза. Примерно вам объяснят, а если поймут, что вы ничего не понимаете, могут даже отвести за ручку. Турки очень доброжелательные и хорошие помощники. Всегда помогут. О цене. Если цена не написана, в больших магазинах она всегда написана, а в маленьких не написана иногда, вы можете спросить «Не кадар» – «Сколько?». Это можно спросить о весе и о цене. Если, например, вам взвешивают, тоже можно спросить «Не кадар». «Кач лира» – конкретно спрашивается «Сколько лир?». «Кач пара фиатне» – «Сколько стоит?». Ну, «Сколько стоит» – это упрощенное. «Кач пара» – «Сколько денег?» – дословно. «Фиатне» – «Какая цена?». Дословно. Или на конкретную вещь вы указываете и спрашиваете «Бунун фиатене» – «Сколько это стоит?». То есть вот конкретно указываете. Что вы можете сказать еще о цене? Чок пахалы. Очень дорого. Чок учуз. Очень дешево. А, фиат уйгун. Цена подходящая. Или сказать «Эйва, эйва, фиат уйгун диль». Цена неподходящая. «Эйва, эйва» – это как бы междометие. Много чего выражает. Про скидки. В Турции не всегда есть скидки. В больших магазинах они указаны сразу. Если в маленьком магазинчике Индирим Варма скидка есть, торгуясь на базаре, в мелких магазинчиках частных, вы можете попросить скидку. Индирим Япалымма, то есть давайте сделаем скидку. Или если вам просят очень большую цену, расхваливает товар, вы так с хитрецой посмотрите и скажите «Индерелим бирас лютфен, давайте немножко снизим цену». Но девушкам сразу говорю, очень аккуратно с этими индеримами, турки не всегда понимают, они думают, что с ними флиртуют. Любая улыбка, любое там что-то, и они тоже начинают в ответ флиртовать, улыбаться, особенно иностранкам. Поэтому аккуратнее. Скидку вам сделают, но иногда хотят продолжения банкета. Здесь нужно быть строгой и сразу отказать. На базарах или вот где-то еще в частных маркетах очень действует вот такая фраза. Многоточие. Алерсам индирим япалымма. Если я куплю там что-то, скидку вы мне сделаете? Скидку сделаем, например, на базаре. Бешкило доматес алерсам индирим япалымма. Если я куплю 5 кило помидор, вы мне скидку сделаете? Очень даже срабатывает, особенно на базарах. Но иногда маленькую делают, иногда хорошую. Особенно в сезон заготовки туршу, то есть консервации, хорошую делают скидку, если так попросить. В магазинах что еще я часто встречала про эти индирим скидки? Мне, например, продавцы меня знают, говорят, «Абла бугюн тавук индиримли». Сестра, но они имеют в виду старшая сестра, они часто здесь, турки, обращаются к женщинам, сестра. Бугюн тавук индиримли, сегодня курица со скидкой. И второй вариант я написала со словом аби, это старший брат, то есть могут обратиться так к мужчине. Аби бугюн тавук та индирим вар. Братан, типа, сегодня есть скидка на курицу. И вы можете попросить показать. И согласиться или нет на эту самую курицу. Итак, собственно, алыш-вериш – покупки. Если товар за витриной и вам нужно что-то, то, что вы не можете взять с полки, вы сначала подзываете продавца Бакармасенес и просите его «дайте мне». Ну вот, вот здесь я показала иллюстрацию мяса, например. Давайте опять же курицу попросим тавук. Вы говорите «тавук верир месенес». То есть дайте мне, пожалуйста, курицу. Можете ли вы мне дать? Здесь в качестве вежливой просьбы. Также могу ли я взять? Это тоже просьба с витрины. Алабелирмием. То есть, например, курицу. Тавук алабелирмием. И показываете конкретно, какую вы хотите.
Вот такой я вам пример написала, чтобы вам было более понятно. Ярым кило хыма веремесенес. Дайте мне полкило фарша. И показывайте конкретно. Фарш и курицу вы будете просить в лавке под названием касаб. Также касаб может быть мясным отделом в большом магазине. Еще примерчик я вам дам. Ики юз грамм пенер алабелирмием. Могу ли я купить 200 грамм сыра? Имеется в виду, дайте мне и отрежьте, и показывайте, какой вам точно нужен. Или можно совсем просто все. Бир кило, бир тане, бир парча, лютфен. То есть чего-то там кило, или штуку, или кусочек. Например, вы заходите к Манаву, это фруктово-овощная лавка, и просите бир кило эльма лютфен, 1 килограмм яблок, пожалуйста. Достаточно просто, можно обойтись без адлабилирмием и так далее. Еще я вам написала небольшой пример с употреблением бу, шу, о. Это указательные местоимения. Шу пенер, шу хавуч, о челек, бу мус, алабилирмием. Бу мус, смотрите. Бу – это этот, вот конкретно, который близко к вам. Шу – это который недалеко, но его видно. Или о, который достаточно далеко от вас, и вы тоже просите. И, как я уже говорила, манав – это овощная лавка. Далее, разберем части целого. Я тут написала очень много частей целого. Не все это используется в магазине, но все равно вам понадобится, как отдельная темка. Литры. Литр, кило, килограмм. Грамм – это наш грамм, делим. Делим, собственно, это уменьшительное ласкательное от слова диль. Диль – это язык, язычок. То есть вы просите язычок чего-то. На русский переводим как ломтик, слайс, кусочек. Шише – бутылка. Адет и тане – это все штуки. Давайте разберем немножко примеров с ними. Бир литре суд – 1 литр молока. Ики кило кыма, 2 килограмма фарша. Юз грамм пенер, 100 грамм сыра. Бир делим экмек, 1 ломтик сыра. Бир шише кола, 1 бутылка колы. Алты адет юмурта, 6 штук яиц. Дёрт тане хавуч, 4 штуки моркови. Еще, как часть целого, продолжаем тему. Топ. Шарик имеется в виду чего-то. Но в основном я слышу здесь о мороженом. Колып, головка. Дословно колып – это форма. У нас говорят голова сыра, например, а здесь говорят колып пенеры. Запомните. Авуч – горсть или ладонь. Но в основном это вот пригоршня, как еще по-русски сказать. Бардак – стакан. Я даже не знаю, что стаканами меряют в магазине, но на всякий случай запишите. Диш – зубчик. Диш – это зуб обозначает. Куту – коробка или банка. Имеется в виду пластиковая банка или алюминиевая банка. Итак, примеры. Бир топ дондурма. 1 шарик мороженого, если вы просите где-то покупаете. Бир колыб пенер. 1 головка сыра. То есть имеется в виду целиком упакованные. Есть здесь в готовой упаковке. Бир авуч фундук. 1 горсть фундука. Бир бардак су, 1 стакан воды. Бир диш сарымсак, 1 зубчик чеснока. Бир куту фанта, или кола, кстати, можно. 1 банка колы, имеется в виду не в бутылке, а именно в банке. Также можно о куту сказать бир куту суд, 1 пакет молока, здесь именно в куту. Далее, как части целого. Фиске или тутам, причем фиске чаще употребляется. Щепотка. Салкым – гроздь, демет – пучок, парча – кусок, кусочек, пакет. Как ни странно, в турецком есть и пошет, имеется в виду как пластиковые, как торбы какие-то, и пакет. Вот эти вот пакеты чаще все-таки о чем-то упакованном, и чаще я слышу о макаронах. Кадех – кубок. Ну, стакан, кубок имеется в виду вина или чего-то такого вот. Тоже в магазине вы вряд ли встретите, но запишите. Бир фиске, бир тутам туз, 1 щепотка соли. Ики салкым изюм, 2 грозди винограда. Бир демет майдонос, 1 пучок петрушки.
Бир парча бифтек. Один кусок бифштекса. Бир пакет макарна. Пакет макарон. У меня тут ошибка. Бир кадех шарап. Один кубок вина. Дальше продолжаем. Еще даже не закончили. Ярым. Половина. Там. Целиком или цельный. Кашик. Ложка. Кепче. Черпак или совок. Ярым кило челек. Полкило, полкилограмма клубники. Там ялы сют. Цельное молоко. Имеется в виду, там это полный ялы, это жирный, с жирностью, то есть цельное молоко. Здесь я в основном не вижу в процентах молоко, я не знаю даже. Я обычно покупаю ярым ялы сют, то есть наполовину цельное молоко. Ики кашик карабибер. Две ложки черного перца. Так, конечно, его не продают, но на всякий случай запомните, как часть целого. Ики кепче туршу салаталык. Два черпака маринованных огурцов. Вот это вы точно можете в магазине на развес попросить. Сколько нужно? Скажем, вы что-то покупаете на развес. И чтобы не ошибиться, вот такие есть выражения. Даха ас лютфен. Пожалуйста, поменьше. Даха чок лютфен. Побольше, пожалуйста. Даха ас истерам. Я хочу поменьше. Вы сразу вот где-то спрашиваете, например, бирас лютфен. Пожалуйста, немножко. Пожалуйста, немного положите. Наложил так работник целую кучу. А вы смотрите, что много. Надо ему сказать, чок фазла. Слишком много. Он отложит, поверьте мне. Турки откладывают. Или вы видите, что много положил, но вроде как купить сможете. Поэтому говорим «даха фазла коймаин». Пожалуйста, больше не кладите. Смотрит, положил много, например, работник, смотрит на вас вопрошающим взглядом. И вы ему говорите «олсун, олсун». Типа «пусть будет, ладно, я это куплю». А вот следующую фразу, очень полезную, я вам дам. Она основана на том, например, вот на базаре я прихожу и помидоры по 3 лиры. По 3 лиры мне надо много купить, например, 3 килограмма. Ну, 9 лир ни туда, ни сюда. Хочется как бы 10 лир дать. Ему-то легко посмотреть по весам, сколько будет на 10 лир, чем вам килограммы высчитывать. Поэтому вы ему говорите, вот эти вот томаты типа по 3 лир, он лиралык олсун, пусть будет на 10 лир. И он вам по весам высчитывает, сколько на 10 лир у вас будет помидоры по 3 лиры. Я здесь написала пример с 10 лирами. Вы можете любую цифру там ставить. Итак, другая тема. Пробуем на вкус. В Турции, в магазинах, даже в больших супермаркетах, на базаре все почти что можно попробовать, то, что не запечатано. Особенно то, что на развес. Для оливок специально стоят коробочки, куда косточки складывать. Поэтому проблем не будет. Например, даже оливки за прилавком. Вы можете подойти и сказать, «Тадына бакабелир миим?» Можно попробовать на вкус. Можно попробовать. И указывать, какие вы хотите. Вам 2-3 штучки зейтинки, то есть маслинки, дадут попробовать. В этом вообще проблем нету. На рынке, например, вам дают пробовать, а вы заранее отказываете и говорите, «Бен, например, челек северим». Я люблю челек, это клубнику. Или вам там что-то еще хотят дать попробовать, а вы сразу говорите «Бен буну сев миорум». Я это не люблю, сразу отказываетесь. Видя, что вы иностранцы, например, или как-то угадывая, даже на тех, которые тут долго живут, часто турки пытаются вас удивить, дать что-то попробовать. Вы можете сказать «Бен бильорум». Я знаю это, типа. Или «бен бильмиором», если вы это не знаете. «Тадыны бильмиором». Я знаю этот вкус. Когда вам хотят что-то дать, а вы не хотите пробовать, вы и так в курсе, что это такое. Или сказать «тадыны бильмиором», если вы хотите наоборот что-то попробовать и не знаете, что это такое. Попробовав, вы можете дать свою оценку. «Чок» – «очень», «ялы» – «жирное», «татлы» – «сладкое», «тузлу» – «соленое», «аджи» – это «горькое» или острое, экши, кислое. Срок годности. Очень полезная темка, но, скорее всего, прям вот эти все слова вам не нужно запоминать.
Можете, конечно, повыпендриваться и спросить в магазине где-нибудь на что-то «Сон куланма тарихи незаман», когда последний срок использования, срок годности. То есть вот эти вот большие буквы, которые вы видите на продуктах, СКТ, это «Сон куланма тарихи», последняя дата использования. Какие еще вы можете увидеть буковки? ТЕТТ, тавси эдилен тюкетим тарихи, рекомендуемая дата потребления. Еще бывает СТТ, сон тюкетим тарихи, крайний срок потребления. Вот эти вот все расшифровки не обязательно запоминать, вы буковки запомните, какие пишутся. А в цифрах они обычно пишут все в цифрах именно. Итак, побазарим с продавцом, смешная темка. Я не знаю, как можно побазарить, если вы турецкий не особо знаете, но можно потроллить, что-то поспрашивать, например, там что-то там тазема, свежее ли. Вообще, на мой взгляд, самый глупый вопрос, потому что, естественно, продавец будет распинаться и говорить, что у него все свежее. Например, про хлеб, экмек, я скажу. Здесь турки не едят вчерашний хлеб, поэтому спрашивать, свежий или нет, нужно правильно. То есть «экмек френдан енеме чикте» имеется в виду свежий хлеб, а дословно «хлеб недавно ли из духовки достали». Здесь имеется в виду это вот с утра хлеб, который завезли, или новая партия, которая вот только-только была горячая. Здесь даже вот так вот можно хлеб купить. Что еще спрашиваем? Ерлими местные ли? Например, мус ерлими, бананы местные ли? Еще что можно спросить? Шекер, локум, изюм, гюзельме, конфеты, локум, виноград вкусные или хорошие ли? Ответы даже не пишу. Все будут говорить, что супер-пупер. Помните, я говорила вопрос сечмиором, не могу выбрать. Вы можете также у продавца спросить хангиси эн гюзель, который из этих вот, что вы там выбираете, самый лучший, самый вкусный. Еще как можно завязать с продавцом разговор. Буну алмай дюшуньором ама и так далее. Причину объясняйте, почему вы хотите приобрести, но. Если чего-то нет в магазине, вам говорят малисев, помните? Мы уже это прошли только что. Вы можете спросить продавца незаман гелир, когда прибудет вот конкретно этот товар. И иногда вам отвечают конкретно, вы можете знать это. Дальше. Ответы. Чок гюзель. Пек гюзель. Очень хорошо. Чок гюзель диль. Пек гюзель диль. Не очень хорошо. Хич гюзель диль. Вообще ничего хорошего. Еще что мы можем спросить у продавца про товар? Сулума. Это чаще про лимоны спрашивают все-таки. Здесь любят сулу, лимоны сочные. Органик мы. Ну, турки повернутые на всем органическом. И второе, на чем повернуты, это гормон луму, с гормонами ли. Ерлимы, местные ли там, местные ли. Итхальмы, импортные ли. Тюркмалимы, произведено ли это в Турции. Куруму, сухой ли. Экшимы, кислые ли. Татлымы, сладкие ли. Профрукты, чекирдекли мы, с косточками или... Чаще все-таки слышу, спрашивают чекирдексис мы, без косточек ли? Потому что все хотят виноград, например, без косточек. Огунму, спелый ли? Бюкму, большой ли? Кючукму, маленький ли? Аджима, перец в основном. Бибераджима, острый ли этот перец? И они отвечают, хаят гиби аджи, горький как жизнь. Тузлуму, соленый ли? Ну, про сыр можно спросить, сильно ли соленый. Еще что можно? Ялымы, жирные ли? Яксысмы, безжирные ли? Например, лорпенер, яксысмы. Лорпенер – это сыр, похожий на творог. Тазымы, свежие ли? Но это я уже писала. И эскимы, старые ли? Что это? Темочка маленькая. Вы не заходите в турецкий магазин и не понимаете какую-то штуку. Съесть ее можно или для чего ее используют, спрашивайте бунные. Конечно, турки будут распинаться, объяснять. Можете еще спросить бунные и чин, для чего это?
Еще сложная фразочка, которая откроет длинную тему для размышлений и разговоров. На ссылку пишет Билирим. Как мне это приготовить? И вот тогда точно продавец вам будет долго, муторно рассказывать. Надеюсь, вы все это поймете. На ссылку и Билирим. Как это кушается? Тоже вам расскажут. На ссылку Кулана Билирим. Как это использовать? Если вам что-то предлагают интересное, можете сказать «Ильк дефа гюрюру». Первый раз вижу. Что-то там попробовали или что-то тоже можно сказать. «Энджи хич дуй мадем». Раньше вообще об этом не слышал. На кассе. Чем мы занимаемся на кассе? Прежде всего, если вы заблудились, спрашиваем «касса нерде». Где касса? В кассе может быть очередь, поэтому спрашиваем «сиранин сунунда ким бар». Кто крайний в очереди? Если у вас много товаров, а кто-то идет с одной бутылкой там воды, особенно если пожилой человек, не будьте как у нас в России и пропустите человека. Правда. Я всегда всех тут здесь пропускаю, и меня часто пропускают, если я с одной там вещью иду. У кого много всего, могут подождать. Вы скажите этому человеку «буйрун», пожалуйста. Также на ленте могут товары перепутаться, потому что никто не следит, кто куда ложит. Поэтому вы можете спросить человека, который за вами или перед вами, «бус изинма» – это ваше? И, например, продавец уже все вам, кассир, пробил, а что-то осталось. Вы можете сказать «буда беним» – это тоже мое, или «безым», если вы не одни. Или просто кто-то пытается присвоить что-то ваше с лентой. Вы говорите «бу беним» – это мое. Сколько весит в граммах, сколько платить? Некадар, вы спрашиваете кассира. Сколько? Кач лира. Сколько лир? Кач пара. Сколько денег? Борджум некадар. Сколько мой долг? Вас могут спросить картмы, накитмы. Карта или наличные? И вы отвечаете, например, карта. Или накит, наличная. Обычно пакеты предлагают, но если не предложили, вы можете сами их его спросить. Пошит верир мисенес. Дайте, пожалуйста, пакет. Можете дать мне пакет. Пошет алабилирмии. Могу ли я взять пакет? Пакеты бывают бюк и кючук и орта. Бюк большие, орта средние, кючук маленькие. Так, парам вар. У меня есть деньги, обычно никто не говорит. А вот парам йог. У меня нет денег. Вы неожиданно можете это обнаружить. И сказать эйва, эйва, парей, эвде, унут, муштум. Сказать... Ох, боже мой, я забыл деньги дома. Можно сказать «параи» или «парамы», без разницы. И также вы прямо подрываетесь и говорите кассиру «хэмэн гиледжэм». Видите, здесь юмуша «г» есть, но произносится как «геледжэм». Если прям сильно дословно хотите «геледжэим». Сейчас приду. Обычно кассир все это дело, ваши товары, складывает в корзинку или в тележку рядышком с кассой и ждет, когда вы вернетесь. Он полностью отменяет всю процедуру, то, что он пробил. Когда вы вернетесь с деньгами, он заново, этот кассир, все вам пробьет. Здесь турки очень терпеливые. Вы можете даже 2 часа бегать домой за деньгами, обратно все эти товары они не будут раскладывать и злиться на вас. Вы приходите, говорите «это мое» и заново пробиваете все с деньгами. Что вас могут спросить? Бузук параварма, есть ли у вас мелочь? Если вы не понимаете, сколько мелочи от вас хотят, доставайте всю пригоршню мелочи и показывайте продавцу. Он выберет то, что надо. Продавцы здесь хорошие в Турции, они лишнего не возьмут. Вы можете в магазине разменять денежку. Как это спросить? Буз дурабелир мисенес, разменяете денежки? Что у вас еще могут спросить? Бэш, он, ирми, лиранес варма. У вас есть 5, 10, 20 лир. То есть вот конкретно что-то спрашивают. Если кассир ошибся, что делать? Вы говорите «Янлыш сайденес», вы посчитали неправильно. Или другая фраза «Пара юсту янлыш сайденес», вы неправильно посчитали сдачу. Скажите ему «Пардон, хатанес вар». Извиняюсь, но вы ошиблись. «Бирдаха сайлын» – это «давайте посчитаем еще раз». «Дорума» – «правильно». И, например, мы все-таки дошли до правильного «эвет хэршей дору». Да, все правильно.
Извинитесь непременно. Или он перед вами извинится, кассир. Кто не прав, тот извиняется. Кусура бакмейн, не взыщите, извините. Пардон, простите, пардон, извините. И что вам может кассир еще сказать? Ениден беклерис, мы ждем вас снова. Вы ему обязательно пожелаете колай гиальсен, хорошей работы, и гюнлер, тоже хорошего дня. И снова приходите в магазин. Теперь давайте конкретно по продуктам. Зейтин, оливки или маслины, они все здесь обозначаются словом зейтин. Сияк зейтин, черные, это маслины. Ешиль зейтин, это зеленые оливки. Смотрите, биберли с перчиком. Вот как на картинке, я специально эту картинку. Будете в Турции, попробуйте. Офигенная штука. Зейтины бывают какие? Тузлу соленые, астузлу малосоленые, чоктузлу очень соленые. И непременно просите их пробовать. Всегда, потому что здесь даже каждый турок всегда покупает при определенной солености маслины, определенной формы, определенного размера. Вы найдете те самые, которые вашей душе нравятся. Молочное. Сюд. Молоко. Йогурт. Это йогурт. Причем «г» не произносится в турецком варианте, они говорят «йогурт», если вы слышите, как я говорю. Сюзме. Сюзме йогурт бывает. Это вот без сыворотки, очень такой вот плотный он аж стоит. Сливки – это очень интересная вещь в Турции. Каймак – это сливки, которые едят с медом. Они очень быстро портятся, если вы купили их, употребляются на завтрак, на хлеб с медом. И прямо старайтесь их быстро съесть, потому что буквально через день они уже плохие. Йогурт бывает со сливками и без. Каймаклы со сливками, каймаксыс без сливок. Еще бывают сливки более понятные нам, это крема. Они продаются в таких вот коробочках, или пластиковых, или картонных. С ними очень удобно супы варить, которые на сливках. Экши крема – это сметана, то есть кислые сливки. Не совсем такая сметана, как в России. Многие наши здесь очень сильно страдают. Кефир есть в Турции кефир, но он немножко не такой. Айран тоже не такой. По мне, он гораздо вкуснее в Турции. Бияс пенир – белый сыр. В общем-то, часто я вижу от переводчиков, как переводят как брынза, но не совсем брынза, потому что в основном брынза же очень соленая, а белый сыр бияс пенир – основа турецкого завтрака бывает разной. Соленый, не соленый. Смотрите на упаковку, что там может быть написано. Например, кичи, коза, то есть козий сыр, манда, да-да, не смейтесь. Это из молока буйволицы, манда – это буйвол. Дери – кожа. Как вы думаете, как может соотноситься белый сыр и кожа? Да, так и соотносится. Берется кожа животного, то есть выделанная, и в ней выдерживается белый сыр. Это очень вкусный натуральный сыр. Если написано дери, то пробуйте. Терия – сливочное масло. Дондурма – мороженое. Кошар – желтый сыр типа чеддера. Он бывает разный. Эски кошар – старый кошар, дословно. Он очень сильно пахнет. На любителя. Но вообще сыр неплохой. Лор пенери – сыр, похожий на творог. Если найдете достаточно свежий, он реально ничем не отличается от творога. Сивия. Имеется в виду любое жидкое масло. Сиви – это жидкий. Но переводим как растительное масло. Айчичек яй. Подсолнечное масло. Причем айчичек – лунный цветок. Это подсолнечник. У нас это подсолнечник под солнцем, а у турок это лунный цветок. Маргарин – так и будет маргарин. Юмурта – яйца. Салча. Томатная паста, я пишу, но бывает томаты салчасы. То есть томатная, а бывает бибер салчасы, из красного перца бывает паста. Экмек, хлеб. О видах хлебах, наверное, сделать нужно отдельное видео. Ун, мука, манты. Пусть у вас не рвется шаблон, манты, вот я специально картинку положила. Сравните с размером яйца. У турок манты мелкие, с небольшим количеством мяса. И очень напоминают наши пельмени. Кахве. Кофе. Крупы. Тахылар. Какие бывают крупы? Арпа. Ячмень. Будай. Пшеница. Булгур. Это булгур. Бывает кёфтелик булгур. Очень мелкого помола. Из него делаете самый чи кёфте и салат кысыр. Мерджемек.
чечевица. Она бывает просто мерджемек, она обычно красная, там не указывает, что кырмызы. И ешиль мерджемек, это зеленая чечевица. Нохут, это нут. Фасулье, фасоль. Кара будай. Слово будай мы уже видим, это пшеница. Кара обозначает черное. А все вместе обозначает гречка. Гречка в Турции есть. Ирмик. Манная крупа, она не совсем такая, как наша. Из нее больше здесь халву делают. Каша странная из нее получается, сразу скажу. Мысыр, кукуруза. Чавдар, рожь. Соя, так и будет соя. Юлав, овсянка. Здесь чаще все-таки хлопья продают. Но из них прекрасная каша получается. Вполне можно овсянку на утро сварить. Дары, проса. Очень сложно встретить, если честно. Потому что не самая употребимая... как бы крупа. Мясо и курица. Дана – говядина. Кузу – баранина. Домус – свинина. Свинина в Турции есть, несмотря на все предрассудки. Она крайне дорогая, редко встречается, и в основном на заказ, и все тут же расходится по греческим, армянским там общинам. Ну и тем, кто выращивает, кто христиане местные. Тавук – курица. Пилич, цыпленок. Смотрите разницу, курица и пилич. Имеется в виду, что пилич прям совсем молодые цыплята, вот которые доросли до размера курицы. Их обычно сразу на жарку. Вы можете встретить оба названия, и тавук, и пилич. Хинди, индейка. Каз, гусь. Эрдек, утка. Тавшан. Вообще-то это заяц, но здесь под словом тавшан, если мясо, то продается кролик. Итак, готовое немножко. Мясо. Фюме. Это обозначает копченая копченость, но на самом деле вот практически как ветчина что-то такое продается на вкус. Хотя ветчина тоже здесь продается, называется джамбон. Очень эти два дела дорогие здесь. Все слайзами продается, маленькими такими. И, ну, купить можно, но не успеваешь попробовать, оно уже и закончилось. Суджук. Более популярно, вот я вам картинку здесь оставила. Суджук – это пикантная турецкая колбаса. Ее в сыром виде не едят, запомните. Ее обжаривают к завтраку с яйцами. Она очень жирная, сразу скажу. Я ее, например, есть не могу из-за того, что много специй и очень жирная. У меня потом полдня она где-то в желудке стоит и рефлюкс. На любителя. Некоторые жить без нее не могут. Поэтому как что. Пастырма – это наша бастурма. Сосис. Сосиски. Никому не рекомендую есть сосиски в Турции. Правда, ужасные. Салам. Вареная колбаса. Не перепутайте со словом селям. Смотрите на упаковку этой самой салам и смотрите, из чего она изготовлена. Если она из курицы, она ужасная будет. Даже не удивляйтесь. Кавурма. Прессованное мясо. Я вот тут ее на предыдущем слайде оставила кавурму. Она как наша тушенка, только она здесь в виде колбасы. Дико дорогая, дико вкусная. Прямо куски вареного вкусного мяса. Очень вкусно, правда. Особенно если эти куски еще потом пирог с них сделать, типа открытого пиде. Еще куда ее, если в яичницу добавить. И просто ее съесть. Оно уже готовое мясо, его не надо ничего делать. Но турки еще дополнительно могут его обжаривать там с яйцем совсем. Очень, правда, вкусно. Мне лично напоминает, когда-то в советские времена был завтрак туриста говядины. Дико вкусно. Так, но про кавурму я сказала, вареное прессованное мясо. И еще как кавурма, если свежанину такую вот, мясо говядину или там кузу баранину, обжарить кусочками, то это тоже называется кавурма. Ну вот. А теперь повторим все слова и фразы из данного урока вместе с носителем языка. Внимательно слушайте и повторяйте. Bakkal, dükkan, market, fırın, aktar dükkanı, giriş, çıkış, acil çıkış kapısı. Malzeme koymayın. Nerede? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Araba. Sepet. Yardımcı olabilir miyim? Teşekkür ederim. Sadece bakıyorum. Yok, teşekkür ederim.
Kolay gelsin. Bakar mısınız? Yardım eder misiniz? Seçemiyorum. Var mı? Yok mu? Evet, var. Hayır, yok. Maalesef. Nerede bulurum? Ne kadar? Kaç lira? Kaç para? Fiyat ne? Bunun fiyatı ne? Çok pahalı. Çok ucuz. Fiyatı uygun. Fiyatı uygun değil. İndirim var mı? İndirim yapalım mı? İndirelim biraz lütfen. Alırsam indirim yapalım mı? Abla, bugün tavuk indirimli. Abi, bugün tavukta indirim var. Verir misiniz? Alabilir miyim? Yarım kilo kıyma verir misiniz? Kasap. 200 gram peynir alabilir miyim? 1 kilo, bir tane, bir parça. Lütfen. Şu peynir, şu havuç, o çilek, bu muz alabilir miyim? Manav. Litre, kilo, gram, dilim, şişe, adet, tane. 1 litre süt, 2 kilo kıyma, 100 gram peynir, bir dilim ekmek, bir şişe kola, 6 adet yumurta, 4 tane havuç, top, kalıp, avuç, bardak, diş, kutu, 1 top dondurma, 1 kalıp peynir, 1 avuç fındık, 1 bardak su, 1 diş sarımsak, 1 kutu fanta, fiske, tutam, salkım, demet, parça, paket, kadeh, 1 fiske, 1 tutam tuz, 2 salkım üzüm, 1 demet maydanoz, 1 parça biftek, 1 paket makarna, 1 kadeh şarap. Yarım, tam, kaşık, kepçe, yarım kilo çilek, tam yağlı süt, 2 kaşık karabiber, 2 kepçe turşu salatalık. Daha az, çok lütfen. Daha az istiyorum. Biraz lütfen. Çok fazla. Çok fazla koymayın. Olsun. 10 liralık olsun. Tadına bakabilir miyim? Ben severim. Ben sevmiyorum. Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. Tadını biliyorum. Tadını bilmiyorum. Çok yağlı, tatlı, tuzlu, acı, ekşi. Son kullanma tarihi ne zaman? SKT, son kullanma tarihi.
TETT tavsiye edilen tüketim tarihi. STT son tüketim tarihi. Taze mi? Ekmek fırından yeni mi çıktı? Yerli mi? Şeker güzel mi? Lokum güzel mi? Üzüm güzel mi? Hangisi en güzel? Bunu almayı düşünüyorum ama ne zaman gelir? Çok güzel. Pek güzel. Çok güzel değil. Pek güzel değil. Hiç güzel değil. Sulu mu? Organik mi? Hormonlu mu? Yerli mi? İthal mi? Türk malı mı? Kuru mu? Ekşi mi? Tatlı mı? Çekirdekli mi? Çekirdeksiz mi? Olgun mu? Büyük mü? Küçük mü? Acı mı? Tuzlu mu? Yağlı mı? Yağsız mı? Taze mi? Eski mi? Bu ne? Bu ne için? Nasıl pişirebilirim? Nasıl yiyebilirim? Nasıl kullanabilirim? İlk defa görüyorum. Daha önce hiç duymadım. Kasa nerede? Sıranın sonunda kim var? Buyurun. Bu sizin mi? Bu benim. Bu da benim. Bu bizim. Bu da bizim. Ne kadar? Kaç lira? Kaç para? Borcum ne kadar? Kart mı? Nakit mi? Poşet verir misiniz? Poşet alabilir miyim? Param var. Param yok. Parayı evde unutmuşum. Paramı evde unutmuşum. Hemen geleceğim. Bozuk para var mı? Bozdurabilir misiniz? 5 liranız var mı? 10 liranız var mı? 20 liranız var mı? Yanlış saydınız. Para üstünü yanlış saydınız. Hatanız var. Bir daha sayalım. Doğru mu? Evet, her şey doğru. Kusura bakmayın. Pardon. Yeniden bekleriz. Zeytin. Siyah. Yeşil. Biberli. Tuzlu. Az tuzlu. Çok tuzlu. Süt. Yoğurt, süzme, kaymak, kaymaklı yoğurt,
Kaymaksız yoğurt, krema, ekşi krema, kefir, ayran, beyaz peynir, keçi, manda, deri, tereyağı, dondurma, kaşar, lor peyniri, sıvı yağ, ayçiçek yağı, margarin, yumurta, salça, ekmek, un, mantı, kahve, tahıllar, arpa, buğday, bulgur, köftelik bulgur, mercimek, nohut, fasulye, kara buğday, irmik, mısır, çavdar, soya, yulaf, darı, dana, kuzu, domuz, tavuk, piliç, hindi, kaz, ördek, tavşan, füme, jambon, sucuk, pastırma, sosis, salam, kavurma. Вы большие молодцы, вы проделали огромную работу, дошли до этого момента в видео, с чем я вас и поздравляю. На этом все, вы молодцы, выучите хорошо эти слова и используйте их на практике в турецких магазинах. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал, жать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем добра, любви и счастья!